герой Советского Союза Кабилов Тулен. 8 апреля 1945 года, в бою за город Кёнигсберг сражался, проявляя образцы героизма и отваги, умение командовать отделением. В бою за один из кварталов противник из подвала одного дома вел сильный пулеметный огонь. Герою со своим отделением было приказано подползти к дому и броском гранат уничтожить засевших гитлеровцев. Кабилов, презирая опасность для жизни, ползком, по-пластунски подобрался к огневой точке и броском гранаты в амбразуру уничтожил ее вместе с расчетом. В этот момент противник внезапно открыл по отделению ружейный и автоматный огонь из окон дома. Герой поднял свое отделение и ворвался в дом, где завязался рукопашный бой, в результате которого отделением было уничтожено 15 гитлеровцев и 10 взято в плен. Кабилов лично огнем из автомата убил 5 солдат противника и одного уничтожил прикладом автомата.